Здарова всем, друзья, с вами Дови Плей. Мы продолжаем Скибиди Туалет, точнее Туалет Файт. Начинаем сразу с гаража, поэтому давайте не будем тянуть время, посмотрим, что будет дальше. Мы уже два босса завалили, еще осталось две запчасти, наверное, два босса. В центральной части города, так. И по моей информации, недалеко от этой базы появилась новая разработка Скибиди ученого. Это скибидист нечто. Он обладает несколькими головами, поэтому бой обещает быть непростым. Будь готов к любому повороту событий. Хорошо, ну о, ты меня отвлек, я не помог друзьям своим, блять, ладно. Короче, хорошо, что я накопил чуть денег, ребята, потому что если бы не так, то не скоро бы вышло бы еще серия. Где? Откуда? Вот он. Стреляй по унитазу. Это скибидис ученый, типа. Осторожно, впереди скибидист. Скибидисты нас увидели. А что я прокачал, кстати? Вот, например, это самое, ХП повысил, да, я заметил. А вот сейчас то, что прокачал, вот эту пилу. А, впереди, типа, мы будем сбивать скибидистов, да? Ну, впереди, видите, пила появилась у машины. А, блин, уже и босс появился. Я еще не успел этого завалить. Вот, многоголовый босс. Но этот выглядит как будто попроще. Но, по крайней мере, попасть по нему легче, чем по предыдущему боссу. Так, отбегаем. Он будет атаковать. Ничего себе, такой жуткий босс. Тренога. Ну, типа, эти треноги, я так понял, взяты из Half-Life, да? Да и вообще, вроде бы, как, кто шарит, ребята, скажите, напишите в комментариях. Это же ж... в самом деле этот самый, взятый из Half-Life, это кто-то, так скажем, подшаманил, короче, в игре Half-Life вот таких, блин, унитазоголовок, и там пошел после этого и тренд, да? Потому что там вроде бы графика и вот этот морда одна. Удалось его победить. Молодец. Забираем деталь и дай поговорить мне Диппер. Забираем. Но этот намного легче был. Очень устрашающе. Не, хорошо, не что я... ты справился. Не, выглядел, конечно, да, может похлеще, но... Но в плане его победы над ним было намного проще теперь. С этим не соглашусь. Но самый муторный был первый, ребят. Ну реально, до хрена ХП. Очень долгий и нудный босс. Так, и что я хотел сказать? Ну типа, Half-Life и вот там даже морда этого одного там чувака. Этот, короче, тот чувак, который Гордон Фриману постоянно появлялся в видениях, вот этот самый, в костюме. То есть его голова вроде как. Если не ошибаюсь. Опять-таки, я могу ошибаться, пишите в комментариях, кто вот шарит в этом лоре. Да, все-таки, чтобы выйти в следующую миссию, надо по-любому покупать модификации, иначе вот никак, видите, вот никак не получается. Ну, допустим, я так понял, стали прочнее, это приятно. И у нас вроде два лазера появилось. Помнишь, да? Я говорил тебе, что в Круто. Центральной части города шла война. По результатам боев нам пришлось бежать, так как появился скибиди-гигант с мечами. Наша задача сейчас уничтожить его и забрать одну из ключевых деталей для сборки робота. Но будь осторожен, его удары крайне сильны и могут с легкостью разрубить на две части наш автомобиль. Ого. Что, типа он будет ваншотить нас? Это... Вот так это будет работать? Или это так образно сказано? Скибидисты нас увидели. Так, хорошо, а где мой плюс к урону? Ну, два лазера. Ну, чтобы... Хотя да, ну, вроде бы... Да, успокойся, я вроде бы как... Да, урона больше мы. Скибидист впереди, понял, скибидист впереди. Скибидист впереди. Не знаю, что-то мне слышится, как будто он говорит, скибидист впереди. Так. А ну-ка. Кого вроде нет, а вообще да, желательно заранее их всех видеть, чтобы, блин, заранее их мочить. Не, ну пушка явно стала получше. Ну, хоть по единичке также берет, ну, скорость так как будто увеличилась. Скорострельность, так скажем. Вот эти пролаги аж раздражают, ну, действительно, ну, игра немножко не такого не сильно оптимизирована. О, вот он, кажется, да? Наш босс. А, мы отсюда уже его херячим. Ну да, урон повысился, это однозначно, но, блин, я вам скажу, легче от этого не становится, потому что, смотрите, что такое. До 3000 хп, блин, у этого босса. А ну, опа, отъезжаем. Опа, успели вроде как.
это не пополам, и разрежет нашу машину на 4 частей, блин. Аж 4. А ну успел я? А, успел. А ну, а не-не-не-не-не. Пожалуйста, не попади по мне, я, кажется, чуть рано. А, не, нормально. Я думал, что раньше времени я, ну, прожал кнопку передвижения. Да-да, можно, в принципе, спокойно в тот момент прожимать, когда он начинает действовать, так скажем, да, когда шевелится уже. О, видите, сейчас нажал, и нормально. Ну что, я, наверное, перемотаю, что мы будем долго стоять, смотреть, как мы лазером убиваем этот. О, блин. Жесть. С одного ваншотит, да? Ну что, продолжаем его мочить, ребята. Неожиданно, конечно, было. Ну, я, честно говоря, зато теперь знаем, что он нас может спокойно ваншотнуть. Кстати, на этот раз мы немножко другой дорогой поехали. Я так понял, это как-то, ну, по-разному машина едет. И даже те скибидисты даже не сагрились на нас. Ну что, ребята, та же самая история, что и с первым боссом. Вот. Этот скажем, выглядел очень устрашающе. Хорошо, что ты справился. Да, да. Но я вам что хочу сказать. Все равно, конечно, суть классная. Суть придумана очень суперски. Единственное, что чуть-чуть поменьше им ХП бы сделать, потому что, ну, блин, ну, я уже, так скажем, ладно, 2-3 раза, 10 раз там делал. Ну, 20-30 раз одно и то же вот это повторять, ну, не сильно, так скажем, да, развлекательно. Вот. А так вообще, в принципе, классная очень идея, что надо какого-то робота там собрать, все остальное. Честно, неожиданно приятно. То есть, ну, действительно, ты, добравшись до 150 уровня, открываешь такую возможность, то есть ты продолжение какой-то игры новой там себе создаешь, да, и это прикольно, на самом деле. Так, они увидели, да? Да, ничего страшного, ХП у вас полно. О нет, скибидисты нас заметили. Да, пускай. Да, мы их быстро всех завалим. Скибидист впереди, стреляй. Скибидист впереди. Стреляй по унитазу. Да, стреляю, я стреляю. Он сейчас сломает нашу машину, быстрее стреляй. Да, он не сейчас сломает, у нас еще 162 ХП. Хорошо. Стреляй по унитазу. Хорошо, я сломаю, стреляю. Сломаю, ну, унитаз сломаю, да. Так, ну что ты, ну, нормально уже езжай, да, в конце концов. Не знает, куда ехать дальше. Вот тут от паники все, вот истерика у него, понимаете. А, стреляй, стреляй, я даже забыл, куда ехать надо. Возьми внимательно, езжай, следи. Моя задача валить вот этих скибидистов, а твоя водить. Ну давай не этот, не знаю, без паники. Мы не в Титанике. Вернулись мы. Поехали в гараж. Опять сейчас реклама, конечно, будет, я ее буду. Значит, следующая миссия еще есть, ребят. У нас все-таки не 4 миссии, а 5 целых. Да, ну, конечно, мне вот приз дают там 2000 чипов, но от этого мне сейчас больше их не становится. Последнее задание. Последнее, ребята. Корпус для робота, чтобы завершить его строительство. Сегодня достаточно спокойный день, и наша разведка донесла, что скибидистов там практически нет. Аккуратно нейтрализуй пару-тройку обычных туалетов и заберем деталь. Ага, сейчас. Я думаю, здесь не будет пару-тройку обычных туалетов. Если не ошибаюсь, мы уже по 2 хп снимаем, да? Осторожно, где? Впереди скибидист. А, блин. Стреляй по нему. Не, по 1 хп снимаю. А что это улучшение нам дало в итоге? Скибидист, стреляй. Скибидисты нас увидели. Скибидист впереди, стреляй. Быстрее стреляй по этому скибидисту. Так. А, все что ли? Ой-ой-ой. Так я такого валил или нет? О, это прям на то, что на значке игры, да? Тот самый скибидис. Луч, как он назвал его? Так, подожди. Сука. Вроде он улетел. Нужно срочно ехать обратно на базу. Нет, он сзади, не дай ему по нам попасть.
теперь справа, быстрее, стреляй по его очкам. Короче, если знать, где слушай, находится... Я знаю короткий путь до базы. Где он? Вот. А, я его очки сбил. Стреляй по его голове, чтобы он не мог поразить нас лазером. Так стрелял я. Ну, вроде как, сейчас добрались до того же места. Долбанный, улучшенный G-Man. Ну да, отсюда. О, смотрите, сейчас вот стреляю по нему. По его голове, чтобы он не мог поразить нас лазером. Вот, сработало. А это специально делать, чтобы, блин, рекламу 100 раз можно надо было пересматривать при перепрохождении. А, ну и все, ребята. Неужели, ребята, мы это сделали? Не, ну, конечно, сложность тоже свое приукрашение, так скажем, дает игре. И реально игра становится интереснее от того, что она сложнее. Но с этим не поспоришь. Ну, просто немножко, да, задолбывает то, что заново нажимаешь опять экран. Заново нажимаешь опять. Можно было бы хотя бы, если заново ты делаешь, ну, не ставить экран. Было бы офигенно. То есть, ну, реально, уже не так сильно бы напрягало. Ну, в любом случае, давайте на этом остановимся. Открытый мир уже мы сделаем с вами в следующей серии. В принципе, тут три босса мы завалили с вами. Я думаю, этого и так нормально будет для данного ролика. Спасибо, что смотрели до конца. Прожимайте лайки, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал, прожимайте на колокольчик, на все уведомления, чтобы не пропускать. Также советую вам подписаться на телеграм-канал, ссылки будут в описании. Там же есть и телеграм-чат, в котором можно общаться, обсуждать эту игру и любые все остальные. То есть свободно общаться в телеграм-чате. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем удачи, следующий видос. Всем пока.